Раз, два, три, всем привет, дорогие друзья. Пока, наверное, еще пока никого нет, но, тем не менее, запись будет выложена потом на YouTube. Всех рад приветствовать, кто будет смотреть, кому это интересно. И сегодня у нас продолжение кампании на самолете P-51 в рамках DKS World. Будем дальше пытаться пройти стандартную кампанию, хотя она, видите, прям доставляет определенные трудности доставляет. Так, мне вот говорили, что как-то можно выбрать типа компанию, но на другой карте. А здесь я не вижу других карт. Вот только вызов и все. Эй. Эй, игра. Это еще прикольное, наверное. Битва за нефть, 125. Т, битва за нефть. Видишь, переделали. Здрасте, Станислав, здорово. Ладно. Начнем миссию. Напомню, что у нас сегодня должна быть колонна, которая будет из 4 машин, а бомбы всего 2. Уничтожить ее практически нереально с бомб, поэтому у меня будет еще курсовое вооружение. Сбросим бомбу, что попадем, не попадем. Остальных заберем курсовым, чтобы пройти дальше. Ну, такое вот я себе поблажку сделал, иначе я ее просто никогда в жизни не пройду. То есть у нас есть зенитка, есть 2 грузовика и есть УАЗик. Всего 2 бомбы. Если бросить одну, потом второй заход, то они вообще разъедутся, рассредоточатся. То есть со второго захода сразу 3, или там при условии даже, что ты одну победил, сразу 3 машины одной бомбой невозможно уничтожить. Поэтому будем добивать их уже курсовым. Бету поставил на отдельный SSD. Так она почти 100 гигов сожрала. Ну, короче, смотри, возможно, и не нужно было ставить отдельно именно бету. Есть вариант переключения, по крайней мере, ранее он работал, когда ты в ярлыке, в апдейт... Блин, короче, вот в программульнике, которая проверяет обновление, да, ты ее настраиваешь, и он тебе докачивает файлы либо для бетки, либо для релиза. Ну, там буквально бывает по 200, по 300 мегабайт, то есть ты... Грубо говоря, сегодня хочешь полетать в бетке, запустил этот апдейтер, да, он докачал тебе до бетки, запустил другой ярлычок с другим путем, он докачал тебе до релиза, ну, то есть исправляет, ненужное убирает и так далее. А, не работает, я понял, либо что-то сломали, либо уже... Ну, раньше у меня работало, поэтому хер его знает, как там, что сейчас стало. Кстати, эта кампания, да, когда у нас эта кампания пройдет, возможно, если мы захотим, да, если мы проявим желание, то, возможно, будем играть на следующую кампанию, уже платную, которая стоит там под 700 рублей. Так, пробуем, наверное. Ставим 2700. У нас будет бомба сброшена по одной. Блин, ну вот чем приятен, да? Ай, бляха-муха, вы чё такие резвые-то, ребятки? Спиральку с ручником. Спиральки они вроде не достают. Вот она отстрелялась. А я не успею зайти. Ладно. Ладно, на следующий тогда. Я сейчас просто не перевернусь на нее. Я думал, вот класть типа между, да. Ну, теоретически, наверное, можно какими-нибудь там осколками забрать. Так, раз. Два. Мне бы главное, чтобы хотя бы вот эта вот фигня бы отстрелялась. Машинка. Три. Четыре. И вот сейчас будем пикировать, пробовать. А, даже...
Всего 4 у нее получилось. Я аж вздрогнул. Огонь. Я прям ощущаю, это мой день сегодня. Это прям просто огонь. Прям вот пышет сегодня победой день. Не, ну даже если между ними положить, нифига не получится. Очень большое расстояние, особенно от зенитки, смотрите, какое расстояние. Блять, перед носом прям кладет. Так, первую партию она отстреляла. Зенитка. Вторая пошла. Так, это 3. Давайте будем уже пикировать начинать. Что-то прям жесть, жесть. Какой-то очень близко кладут. Хера не попал вообще. Ну ладно, буду добирать тогда пулеметами. Это будет тоже не так просто, судя по всему. Их можно отпустить и сопроводить. А зачем? Мне же их надо убить. Сопроводить. Вопрос в том, что у меня всего 2 бомбы, а машинки 4. В этом главная сложность и проблема. Можно было бы пристреляться, можно приноровиться к работе зенитки. Но всего 4.
машинки. Неприятный такой. Ситуация такая, что я всем в лоб захожу. Всем зениткам в лоб. Уф. Станет. Там же, может, женитка. Нет, ну я. Здесь все так устроено, что весь маршрут у них заслан этими зенитками. Устилан, да, или как сказать. Короче, весь маршрут зенитки сопровождают. Зенитки — это меньшее зло. Большее зло то, что фиг попадешь бомбами. Их чуть-чуть. Оп. Вот это меня больше всего сейчас пугает, которая на дороге. Может, ее забрать, чтобы она не смущала. Она пока молчит. Так, ну а эти сейчас с тем же с курсом захода буду, наверное, забирать по одной штучке. Здесь еще справа, вот она, пошла по мне работать. Так, оп. Погнали сразу на машинку. Я прям на зенитку пикировал, ничего себе. Дабл килл, да. Фаталити могу сейчас я изобразить. Well, расфигачившись сам. Ну, схитрил. Базара нет. Так, теперь, когда вы уже на земле, да, важно против других летательных аппаратов. Короче, 2 Ми-26.
Мне вот этот гироскоп нахер не нужен. Мне без него проще. Так, а они на меня летят или вот меня? Ну ладно, это пофиг. Надо чуть-чуть приберу. Если с прохода удастся хотя бы одного рубануть, уже будет хорошо. Так, они на меня идут. Главное не столкнуться. Газареттос. Привет тебе. Спасибо за подписку. Так, я их отвлекся, потерял. А, вот он. Нет, это было все. А, вот они. Это была всего лишь тень. Что-то они крутятся. Они же без вооружения. Это же транспортники, правильно? Или они какие-нибудь турельки, поди сейчас как. Даст мне. Ха-ха! Вообще не дымочка. Так, сейчас я еще одну штучку-трючку не запустил. Так неудобно смотреть. Подписался и так далее. Вот он второй. Так, один задымил хотя бы, уже хорошо. По-моему, он падает. Так, в район кабины, значит, долбим. Ну, почти кабина. Так, тот сейчас присядет, уже приводнится, вернее. Нет, дотянет еще, смотри. Но мне, как я понимаю, не обязательно их прям убивать. Достаточно, наверное, повредить. Так, одного вшатали. Так, второго вшатали. Он плывет. Good shooting, guys. Both targets have been destroyed. You can name the mission now. Так, одна секундочку. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так. Оп. Так, теперь Ми-24, да? Ну, окей. Чё это такое со Так, теперь их надо отыскать, этих гигантов.
Дайте Батуми. Вопрос теперь, где у нас Батуми? Выше я их не вижу. А, вот они. Ничего себе! Они уже меня атакуют, блядь. А я их все еще ищу. Как на Элке выход на атаку в ЗПС. Да понятно. Ну, блядь, как ты... Как ты их ЗПСишь, если... Он крутиться может с помощью педалек. Так, вот я одного только... Нет, это тень. А вот он. Видишь, как он обходит меня? Не дает мне ЗПС-то выйти. Он в вороночку встал, и все. Ему хорошо. Я срываюсь. Красавчик, чё? И второй. Сквозь ментов прям. Ёшки-матрёшки, второй прям лобешником ушел. Так, один задымил, это прекрасно. Работаем со вторым. Со вторым надо что-то подобное изобразить. Должна быть разница в высоте. Они прям, смотри, как набирают бодро-бодро. Так, ну и второго надо контролить, конечно. Не исключено, что он может и с черным дымом по мне пострелять. Эх, разница маленькая. Так, один готов, отлично. Ой, 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 как бы зажать. Надеюсь, это для него далеко, чтобы пострелять. Одного мы приземлили. Осталось с этим разобраться. Прям на меня нос тянет. Гаденыш. Грузин же по-любому, правильно? Так, он пошел вниз. В смысле, хвостом вперед. Фух. Горит. Горит бубновый. Нет, не горит. Потух. Потух, но отходит. Так, я ему даже эту ферму одну отстриг. Он все еще не падает. Нет, он, наверное, падает все-таки. Эх ты, жучара, летит. Я вот не глянул, мне кажется, он даже... Хлоп. Он дерево зажег. Сам летит дальше. Еще одно снес. Еще одно снес. Все. Обалдеть. Смотри, он сколько их позажигал. Так, и? Типа, хорошая работа, чувак. Нет? Эй! Миссия 50%. Огонь, а почему? Они же все разбились.
Или кто-то не разбился. А, один стоит. Это из-за этого, что ли? Ничего себе, это значит не надо было отпускать дымного. А где он стоит? Сможем найти? Нет? Ты вот в эту сторону выходил. А чё толку? Ты его даже, наверное, сейчас не уничтожишь курсовым-то никак. Ну, видишь как, считается, что... Так, вот это не он. Он. Давайте по нему тогда, он хорошо стоит. Попробуем, может, типа зажгем, он типа взорвется. И нам тогда тоже засчитают. Пилоты уже стоят, вертолет все катится куда-то. Типа должен именно взорвать, судя по всему, да, для того, чтобы миссия засчиталась. Ну, обидно, сбить да сбило. Миссия не засчитывается. Ну нет, он, ничего ты ему уже не сделаешь, да. Он что, уже обесточен? Обестоплен, обескровлен. Он в домике, точно. Не, ну это, конечно, не по чесноку, я так сказал. Well done. Оу, хорош, хорош. Ха-ха. Отличненько. Во, уже поинтересней. Вы другие истребители, в этом испытании мы будем сражаться против прекрасного истребителя другого мустанга. Он находится перед вашим носом на той же высоте. Удачи. Надо было экипаж убивать с левой стороны. Да не, они, по-моему, вообще уже без это... Бестельные, скажем так. Сквозь них и самолеты проходят. И... Так. Ну, уже поинтересней. Так, это не как мы высоко-то с ним забрались. Наддув полностью от себя... Так, вот оно. Наддув полностью от себя дал. Чтобы до 40... Сейчас чуть приберу. До 46 добить. Так, 2746. Пока держим этот режим. На случай, если будет бедово-бедово. Не знаю, в лобешник-то можно, по идее, же пробивать, да? На первом проходе. Я его потерял, прикинь. А, вот он. Ах ты ж! Можно, значит, пробивать на первом проходе. Не запрещено. Попали. Разок. Разок попали. Попробуем пропустить его вперед. В размазанных бочках. Ну, чем мне бот еще нравится в ДКС. Они вроде поумнее летают, чем в БЗС. Так, лопанул я 3000.
Наддув пока до конца не выдаю. Блять, спрятался за перегородкой. Так, брат Тюня, не спать. Терпеть. 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 Давай, полный газ. Знаю, больно тебе ушки. Есть. Так, кстати, надо будет в настройках глянуть, я чуть не пойму, вихревой есть у меня? Да, вроде есть. Последняя очередь прям прошла чуть-чуть мимо. Ну, в смысле, нос. Была бы мотор, пушка. Было бы больно. Так, готов. Что, тоже ждать, пока разобьется? Nicely done. Let's move on to the next mission. Next mission. 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 Мишу. Так, 23 миссии прошли. Если вы с одним из вами был слишком легким, попробуйте теперь провести его с двумя. Один против двоих, да? Класс, класс. 1-2 P51D. Так. Ну, окей. Давайте пока 2700. Хотя, блин, 2700 здесь. Так, один вижу, второй вижу. Вот бы пробить бы одного. Прям сразу в очередь. В лобовешник. Чтоб, конечно, он меня не пробил. Да, давайте попробуем. Чуть поспущусь. Это плохо вижу. Вообще не вижу. Вот он. Эх. Ладно, со вторым закрутимся тогда. Это еще здесь вторая ступень не вовремя включается, отключается. На фоне неба совсем не видно. Второго не вижу. И фигово. Так, второго не вижу. Сзади вроде чисто. Опа, оба на шести, ёшки-матрёшки. Больно. Возможно, будет больно. Вообще пропускаться не хочет. Красавчик. Так, один отошел, второй где? Второй, вот он.
я. Второго не вижу. Это я зря сейчас делаю. Мне кажется, боты здесь сильно крутятся. В плане аэродинамики у них подъемные силы там. Ай! Больно. Больно будет сейчас, больно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, нет. Не смог дотянуть. Второй-то подходит. Как вот их скинуть, а? Шестеры. Смотри, он вообще не сбрасывается. Сошлись бы они. Да-да-да-да-да, я тоже подумал. Оп. Подумал о том, что если бы столкнулись, было бы эпично. Вот ты почему начал мы пропускаться, братан. Потому что у меня 6 плотная. Готовченко. А, нифига не готовченко. Просто получил по щам. Ага, второй-то заходит. Вот тут. Вот видишь, как работают боты в этом. ДКС. В БЗС бы хрен бы так они работали. Серьезно. Опа, гора. И откуда взялась? Ай-ай-ай-ай-ай! Вот он шанс был бы. Если б гадина быстрее разгонялся. В лоб. Но в лоб против бота это самоубийство. Тем более с одним. Мне, короче, правое крыло пробили, отказали пулеметы правого крыла. Ну ладно, будем считать, что этот бой, возможно, был хорош, но... Но возможно, что он и проигран. И второй. Оп, вот он второй. Все равно его не вижу нифига. Короче, у меня... Оп-о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 п. Так нельзя от них уходить, это все. Сука, я тебя запомнил, коричневый. Dogfighting a single Mustang was too easy. Let's try two of them. Fight's on. Коричневый, я тебя запомнил. Нереально, нереально. Вот он. Как раз коричневый. Блин, ты посмотри, меня просто срывает и все. Ребятки, как вы здесь бьетесь на этих поршнях? Здесь вообще ничего сделать не могу. Но это высота большая еще, плюс. Я вот на большой высоте совсем не умею воевать. Как ты ко мне подкрался, так? Оп.
А вот это ты зря. Вот это я за тобой. Коричневый выхватил. И второй. Блять, он все живет. А как так-то? Ты в натуре коричневый. Нет, все, стал двигатель. Так, один. Оп, один есть. Теперь главное не провафлить второго. Так, у нас. Это второй ступени, это уже хорошо. Главное мне не профукать его. Пока я нифига его не вижу. Эх. Так, ну и... Этот на парашюте идет. Где кореш-то твой, братюня? Так, а что мне показывает, что у меня никого нету? Все разбежались, походу. Есть-то на стриме, нас черканите что-нибудь. Типа я его должен найти, а как я его здесь найду? Я по нему даже не попадал, поэтому шансы, что он там как-то двинет кони, никаких. Да. Это круто, конечно. Что-то ему поплохело, походу. Где вот он только? Так, есть кто у нас здесь со мной? Странно. Странно. Может, перекрутил как-нибудь движок? Просто на малом газу идет и все. Нам его не догнать.
Так, ну трансляция идет, но не знаю, наверное. Наверное, просто все разошлись. Что с этим корешем делать и почему он сваливает? Вопрос. Крымск. Где они базируются? На Крымске? Сейчас на посадке. На посадке его срежем. Да, слышу, садится на Крымск. Давай, погнали, наши городские. Я надеюсь, что он на Крымск все-таки садится. Так, или уже не садится. Чё ж ты сбежал ты из боя, братан? Коричневый погиб ты сразу того? Ну, вылочь, по идее, никто не запрещал. Ну, конечно, да. Чутка забагованная компания, то с этим Ми-8, ой, Ми-24, то с Мусей. Странненько получается. Все, второй тоже уничтожен. Иди, дядька-то, давай говори, что мы молодцы. Нужно идти дальше. Это как-то не по чесноку. Интересно, сколько он еще съест? Ну куда еще-то больше? Уже перепилили. А дядька все молчит, козлина.
Ладно, придется сюда еще раз биться, но я уже не уверен, что удастся так удачно зайти на коричневенького. Вообще пишет, что P-51 поврежден, но типа он еще не уничтожен. То есть дамаг еще принимает. Давайте, БК не резиновый. Как закончится, так пойдем в следующую. Ну, очень странно. Придется биться еще раз. If you thought dogfight with single Mustang was too easy, let's try two of them. Fight's on. Лобовый, наверное, хрен, когда я успею их стрелить. Опа. Сразу развернулся куда-то. Давайте за ним тогда и пойдем. Оп. Коричневенький же был, да? Второго пока не смотрю, он вроде отлетал подальше. Да и особо некогда, если честно. Давайте-ка на боевой. Все равно я долго здесь не проживу. Опять, походу, сбивают, побежал на Крымск. Я потерял этого. Что за видимость контактов ужасная. А, вот он. Второго нету зелененького. Сейчас он меня перекрутил.
ужасно срываюсь. А вот и второй пришел. Гадский потрох. Видел, как интересно он коричневый уступил место этому. Раз и отошел в сторону. Молодцы ботинки. Пограмотнее работают, чем БЗС. Откуда ты, коричневый, пришел опять? Блин, разводит прям как первоклашку. Один вывешивает, второй отрабатывает. Второй уже на шести, да? Так, вижу обоих в поле зрения. Один на меня заходит. Попробуем убрать крыло. Есть. Про контратаковать. А, нет, не получится. У него скорость поменьше. Оп. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. Собака серая. Коричневая, вернее. Ха-ха, я и попал даже без прицела. Молодцы, блин, как разводят. Чётенько прям. Говорю, один вывешивает, второй отходит. Бах-бах. Это круто. Так сразу на боевой пошло всё нафиг. Станет двигатель, так станет. Я не помню, сколько он по времени может летать на боевом. Попробую все-таки одного в лоб пробить. Исчезает, блин. Да ёб-рагады. Смотри, вообще не управляется. Сука. Где второй-то? Странненько это себя ведет. Ага, вот почему он так себя ведет.
не вижу я второго. Жужжал. Ай! Шанс был прям реальный шанс. Я не понял, откуда он стрелял. Все выбит. Как сетку какую-то поднять, я не знаю. Все, у меня остался один только пулеметик. Живых и все. Так, один есть. Эх, вытянул. Ладно. Вдохнули. Вернее, выдохнули. Так, сразу на боевой. Очень плохо видно. Очень. Оп, оп. Второго не вижу. Так, я валю вниз, потому что здесь пограничная зона с этим компрессором второй ступенью с этой огнетатель. Так, 6. Ин.
Заходит. Это тот же коричневый, это где зелененький. Раз этот меня так бросил, наверное, зелененький где-то... Я не учел. Наверное, зелененький где-то рядышком. Терял. Как вот можно было потерять? Пипец. Я его все еще скинуть не могу с шести, но это жесть. Фу, ёп. Опа, второй пришел. Давай, воткнись в землю, сделай подарок мне. Фига себе. Вот это сейчас было фатально. Нет, он тоже сорвался. Смотри, то есть вот он прям четенько по скорости все рассчитывает, просчитывает. Его не опрокинешь. Вперед. Что творит? Отходит, значит, второй где-то сейчас меня заходит. Пораньше зажать, мог бы критически повредить. Второй, вон он. Это шанс. Да, есть. Один, давайте немножечко отдохнет движок. Хамуха. Отстань! Отстань! Что это за человек ты такой, а? Оп! Валим! Валим! Валим в разгон! Держись! Держись, Муся.
неспроста. Это он рядом жикает. Гаденыш. Вот он. Ой-ой-ой, больно, 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 больно. Чуть выше, чуть. Ай! 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 Ты посмотри, он как будто меня примагничивает к своим трассерам. Сука. Этому да, это был бы кирдык. Напряженка. Очень, очень теряю их часто. Это прям критично сказывается. То есть, вот, по сути, сейчас мог бы вести бой, если бы я его видел, где он. Но я его пока проищу. Друг другу накидали, короче. Давай еще раз с тобой сойдемся. А тут разворачиваться будет. Еще кинул разок. Где тот? Того не вижу. А, вот он этот. Хорошо. Того потерял. Опа, вниз. Валим вниз. Ё-моё, смотри на него, а. Вообще ручку нельзя на себя взять, блядь. Как он-то, на другом станке летает, что ли, блядь? Так вытягивает. Зелененький, да? Так они у меня где-то все впереди. Так, ты пока прожужжал. А, ну конечно, уже вверху. Их же вообще не срывают никогда.
очень грамотно меняются они, конечно. Прям как люди-человеки. Аж как один на другого вывешивает. Блять, так ты, сука, срывает очень... очень сильно. Так, один уже что-то закружился где-то там. Хорош пробил. А ему пофигу. Ты чё, браунинги? Не. Не слышал. Так, оба здесь, отлично. Я так и знал, прям чуял, что он уже где-то здесь. Сука. Когда второй-то ушел, блядь? Попадёшь в такого, нет? Попадёшь, блядь. Ты ж не я.
Dogfighting a single Mustang is too easy. Let's try two of them. Fight's on. Второго не знаю, где он. Пойдемте вниз тогда. Я вас не вижу. На фоне облаков, может, будет хоть заметно. Блядь, не хотят они вниз. Выравнивается, смотри, идет, вытягивая меня, я в своего товарища. Чем контакт дальше, тем его лучше видно. Подлетает, все, блядь, расплывается, растворяется. Чего, блядь? Просто картошку кидает. Второго вообще не вижу. Ну этого я хрен переключу, когда в жизни ботинка. Я никогда не переключу. Второго не вижу. Очень плохо. Так, это коричневенький. Теперь найти зелененького. А, зелененький, вот он уже. Уже сам меня нашел. Блять, смотри, не отпускает. Я думал, типа, знаешь, пролетит мимо, там все дела.
И оба сзади. Ну как они так умудряются? Речи твари, блядь. Ребята, по-моему, вообще не слышали про притяжение, там еще какую-нибудь фигню. Все у них просто. Почему-то он вперед не пролетает, я не могу понять. Неужели так четенько чует скорость, блядь? Куда ты там пикируешь, ты балбесина? Тянет вверх, но я сомневаюсь, что он просто так это делает. Ну ладно, рискну. Второго не вижу, нельзя вот так вытягиваться, конечно. А, оба они сзади. Смотри, вот вообще не прокидывается. Ух ты! А ты не вытянешь. Ха-ха-ха. Так, маневр килл. Опять я его потерял. Ну как так-то? Ну все, это, блядь, сейчас пипец будет. Да, он заходит. Нормас!
Армаз. Обоих об землю убил. Ну долго, я не думал, что так долго буду мучиться. Так. В этом испытании мы собираемся совместить несколько предыдущих заданий вместе. Чтобы проверить вашу стойкость, следуйте вдоль реки и дороги, расположенной впереди вас, пока не достигнете города. На его северном конце находится группа грузовиков. Попытайтесь уничтожить их до того, как начнут двигаться на юг. Остерегайтесь низкой цели в зоне действия. Дал им. Дал, да. Закружил голову. Ну, очень плохо видно, блин. Просто жесть. Так, вдоль реки и дороги. Куда-то там, короче, надо двигаться. А, вот они, река, дорога. Чё подо мной висит? Все подвесили, что можно было. Сначала быстренько сбрасываю. Мы уже достигли цели, что ли? Японский городовой. Ёшки-матрёшки. Это я типа должен здесь выжить? А-а-а! На его северной окраине. Где, блядь, здесь северная окраина? Это, господи. А, вот они, грузовики. Они стоят, что ли, типа? Ага, понял. Давайте сейчас будем бросать. Тебе какой нафиг там бросать? Типа вот они выстраиваются, да? Сейчас будут уходить. Давайте пока. Хотя давайте бросим. Бросим тоже. Полегче будет хотя бы. Блин, ну артиллерии здесь, конечно, жесть. Братюня, ты будешь там кого-нибудь атаковать, или ты будешь только со мной ходить? Я вообще не понял, где они сейчас стоят, и почему у меня ракеты не сходят. Нужно включить хотя бы по одной. Так, вон она, машинка эта, зенитка стоит. Лучше с пулеметика тогда забирать. Сейчас они хотя бы на напарника на моего отвлекаются. Эй. Стань.
игра, спасибо тебе, игра. Где мальчишки-то? Их не вижу вообще. Двигаться никто никуда не двигается. А, вот он. По-моему, что-то плохо двигателю моему. Наоборот, этот наддув убираю, он начал ехать. А это кто такие? Это кто такие? И вот их мне надо убивать, наверное. Это козлина, так даже и не сбросился. Ничего не понял. На его северной окраине. Вот была северная окраина, где вот я стрелять пытался. А здесь, оказывается, еще какие-то товарищи стоят. Так, сейчас скидываю тогда туда в толпу две бомбы. Ой. Все, блядь, скинул. На бумажном самолете лечу, походу. In this challenge, we're going to put several of the challenges together to test your mettle. Follow the river and road ahead of you until you reach the town. At the north end of the town, there's a group of trucks. Try to destroy them before they start moving south. Я вот хз, что он там за броневички, как и кто из них моя цель. Он сказал, идешь, встречаешь населенный пункт, на его северной окраине стоят машинки. Мы сейчас идем на... Давай посмотрим. Ну, типа, да, на северо... На северо-восток. Дать ему команду, чтобы атаковал ПВО. Да почему все по мне-то стреляете? Я вон там вам привел, товарищи. Цели. Ну, блин, да, можно. В то же время хочется самим поатаковать. То он потом скажет, это все сделал я.
Отстань! Уйди! Отстань! А, вон она еще одна машина. Ой, как я сейчас иду-то прям в лоб с ниточки. Я не вижу. А, вот. Красавчик, чё? Оп. Теперь они все на меня будут стрелять, конечно же. Я здесь больше не вижу никакую группу. Машинок больше нет. Нет, вот она стоит одна. Гадючка. Фу, блин. Я же думал, она не достает до меня. Где-то вот здесь она стояла, да? Вот она. Зенитка была. Вот еще стоит. И дофига здесь, оказывается, осталось-то. Как вот их здесь найти? Да, было четенько вроде. Ну ладно, давайте еще разок. Сингл, две бомбы, все взводим. Этому петушаре надо дать команду, да? Ведомый. Атаковать. ПВО, скажи. Они на него агрятся. Давай посмотрим, насколько тебя хватит.
Все, обделался, уходит. Нет, так значит не пойдет. Не, давайте-ка мы ракетами. Упанем, а бомбу потом. Ракеты прям туда, в эту кучку деревья зафигачить. Я надеюсь, просто тех не надо будет долбить, которые стоят еще севернее. Идея перезарядка сейчас должна быть. Нифига. Надо было еще и бомбу туда кинуть, блин. Только малую долю есть. Ну хотя нет, здесь троих. А вон еще два стоят. Все сразу скинул нафиг. Сколько у вас здесь, ребятки? Надо за гору будет уходить. Всех сторон, что-то прям со всех сторон по мне все, почему вы мне все по мне стреляете?
Так, а у вас лагает, блин. Деревья. Опять эта фигня. С ОБС-кой. Слушай, ну давайте-ка туда просто сейчас с пулеметиков лупанем. Да ё-моё, откуда вы попадаете-то? Так, вроде переключились, нанимает напарника. Брошу-ка я туда бомбежки. Стрелили мне один пулемет. А, еще и крыло. Приятно. Фиг знает, как-то миссии, конечно, блин. Ладно. Это ж типа вызов, реально. Атакуй ты уж хоть кого-нибудь. Так, это ушла на перезарядку. А это нифига. Ну видишь, они еще на перезарядку уходят в разные моменты. То есть чисто теоретически, наверное, можно дождаться перезарядки. Но они прям по очереди уходят. Крутануться пару кругов, может они на этого кренделя переключат свой огонь. Ну или хотя бы часть на него. Смотри, с пульки, блядь. Я сейчас даже пикировать не смогу, потому что будет раскручиваться двигатель. Что-то прям уже бомбит.
Он справа стоит, и фиг его знает, на самом деле, где он стоит, я вообще не могу понять, где он есть. Мне кажется, он тупо прячется. Давайте попробуем правым. В эту сторону они ж не... А, хотя могут, наверное, да? Прострел есть. Я думал, он как-нибудь из-за холмика выскочил, отбросался, свалил. Я вот вообще напарника этого не вижу, где он есть. А, все уже. Вот и все. Вот и нет напарника. Блин, много, очень много артиллерии этой зенитки. Зениточной. Попадет. Очень много зениток. Прям реально нереально. Смотри, сколько там. А, этого крыла нет. Очень много, да. Четыре на земле. Мне кажется, даже больше вот этих в этом мешках-то, которые. Наземная только отстрелялась, а Урал только начал стрелять. Все, обиделся на меня Мустанг, пошел домой. Mm-hmm.
Он сам летает, чтобы вы понимали. Меня, ну, пилота убили. Зависнуть вообще не дадут. То есть я хз, что нафиг мне это подвесное вооружение. Пикировать невозможно. То есть если с пулеметиков еще можно как-то там сдалека покидать, покидать, покидать. Пикировать это, конечно, печаль. Вроде бы отстрелялись. Нет, смотри, еще не стрелялись. Я не понимаю одного, да, то есть вроде стоишь в круге, они не попадают, потом в один прекрасный момент также стоишь в круге, они хлоп и попали. Как себе с ними вести? Те вообще не отстреливаются. Вот эти вот, как начала стрелять. Получается, сейчас пока как эти выйдут на зарядку, танк меня будет контролить. Рано скинул. Ай, давай за холмик. Стан. Беги ты уже куда-нибудь от них. Гадских зениток. Я же не могу. Так, пока пулеметиками поработаю, наверное, все-таки. Где мой второй крендель? Напарничек гребаный. Да, рано скинул. Полагал. Блять, и зенитка осталась. Зенитка осталась целой.
Так, переключились на... Ай! Походу ни хрена мне ее не пройти сегодня. Жутко интересно, что он придумал мне за следующей миссии, если в этой такая дырка. Вот это что, по одной надо кидать, да? А, нет, просто микровоз распустил. Отключили, блин. Кренит. Да, вот это обе, но видишь, мне перед сбросом повредили правое крыло, ну да, какое, левое крыло. С него ни хрена не сошло. И не сойдет уже. Так, а у меня же есть аварийный сброс какой-то, да? Оп. Хрен там. Аварийно тоже ничего не сойдет. Собака. Депортируюсь. Да пошел ты. Чтоб ты вообще не вылетал со мной.
могу, я в правом стою, чтобы меня не попадали. Все, у меня ничего вообще не работает. Нежненькая электроника очень. Try to destroy them before they start moving south. Be careful of AAA in the area. Two, contact target, 11 o'clock, 43. Так катапультируйся сразу. Где вообще не сзади? Со стороны убитой зенитки уходи туда. А как я могу с одной стороны зайти и в эту же сторону уйти? Или как? Что ты имеешь в виду? Заходить типа под углом, да? Ну да. Видишь, они вот рядышком все равно, то есть они прям хорошенько перестреливают. Но будет легче однозначно. Пошел в пикирование в надежде, что они все на перезарядке, но полюбасу не все. Так, зенитку уничтожили, уже хорошо. Ой, блядь, ну не все. Давай за бугорок. Куда-нибудь там за бугорок. Давай, тяни, зараза. Речи творит, а? Везде меня достанет. Ага. Так, ну ок. Бомбы, походу, все сошли на этот раз. Да. Ой, блядь, еще ракету нечаянно доделал. Балбес. Наверное, все-таки пулеметчиками лучше поработать. Эту хочу убить зенитку и с ее ракурса заходить. Так, переключились вроде бы на этого чепушилу. Хотя он на меня их выводит из сил. Смотри, прям друг дружку. Чпоньк. Буквально 2 секунды мне надо было раньше нажать. В этом challenge, мы будем put several of the challenges together to test your metal. Follow the river road ahead of you until you reach the town. At the north end of the town is a group of trucks. Try to destroy them before they start moving south. Be careful. Ладно, еще пару раз пробую и. На отдых тогда. Что-то опять деревья тормозят мне весь стрим, блядь.
Ай. Ай. Блять. Ну и чё вот эти бомбы? Две штуки там кое-как там зажглись. Раз, два, три, четыре. Ну да, четыре. Блин, с зенитками реально перебор. Так, теперь хочу зениточки тихонечко. Так, Урал. Интересно, а зенитка машинка горит или просто повреждена? А, включились на моего кореша. Давайте туда пулемотики. Был бы кореш поразумнее, он сейчас их отводил в сторону. А я бы по ним отрабатывал. А, нифига не горит. Это Урал, не зенитка, которая машина. Собака. Кореш, ты где? Давай, приключай на себя. Забирать машинку. Переключились? Вроде да. Так, отлично. Только живи. Пока. Нитка уральская загорелась. Блять, что я творю? Это я отдал. Вот, блин, реально столб сейчас сгорелся. Я разбился. Это жесть. Да ёпер ГД. Теперь бы тяжело. Ну хотя правильно лево написал. Надо заходить вот со стороны. И уходит в ее же сторону. Вот здесь еще надо убить зениточку. Вот эта, которая стреляет сейчас.
откуда только она стреляет, не могу понять. Сейчас совершаю огромную ошибку. И вот так захожу. Она меня простила. Где вот она стоит, надо заметить. Я где-то в каких-то кустах. Ну вот, вроде я ее вижу, допустим. Сейчас попробую поймать перезарядочки. Если ее сбрить, наверное, будет уже полегче. Где же там стоит, в кустом стоит. Фига не там. А, вот она стоит все-таки там. Теперь искать машинки, ну, хотя бы в этом крыле. А она не горит, да? Зараза. Почему? Нет, горит. Так, раз, два, три, здесь есть машинки. Значит, там дальше все-таки остались они. Я не знаю, сколько должно быть их. Так, вот она, вижу. Одна и вторая там есть, отлично. Пойдемте влево. Да бляха-муха, ну как часто вы попадаете, ё-моё. Столько пролетел. Был... Ну ладно, что здесь ныть. Попали и попали. Сейчас ракеты ставлю. Там еще какая-то колонна стоит. Вон она, видите? За мостом непонятная колонна. Так, и вон она еще один стоит левее, получается. Левый, ты скажешь.
Так, вот за этим березочкой. Зенитка открылась, ай-яй-яй-яй. Я валю, зенитка открылась. Как я не попал там. Уф. Я вот его вижу, но, блин, там опасно заходить. Так, вот он. Из-за березки все-таки стоял. Вы пытали хорошую работу, а все же эту группу его счет его. Мост, вам необходимо обрушить его. Как же я его обрушу-то, кореш? Ракетами? Твою дивизию. То, о чем я и говорил. Что-то этот конвой здесь неспроста. Фу, блядь. Ну и как я его уничтожу-то, этот мост? Вы чё? Мне вот здесь нужны были бомбы. А, нет, горит. Давайте еще тогда. Горит. Или вот этот мост надо уничтожить. Какой из них-то, ё-моё. Да, вот этот надо все-таки. Мост уничтожен. Да? Инфантри АК. Что такое? Типа мост уничтожен или кто? Блин, скажите мне, пожалуйста. Нет, машинка ездит. А, инфантри, пехота с калашом, да? О, уничтожил. Ха-ха-ха! Интересно, если бы у меня одни пулеметики остались бы. Смотрите, пролет там. Вот этот сейчас тоже зайду, тогда вдруг его еще надо. А у меня две ракеты осталось, да? Шесть. Да, у меня их всего восемь. Вас сильно, да, тормозит, как я посмотрю. Это ОБС-ка, братцы, у меня эта игра нормально. ОБС-ка фиговничает. Одна оставалась. Мост разрушен, продолжайте в том же духе и засчитайте это приближающийся конвой и зачистите. Блять.
Да, дерево. То ли дерево, ну да, дерево, скорее всего. Вот и мост там уничтожился уже, блядь. Так, ну и здесь мы уничтожили, хорошо. Так, и здесь. А, блин, здесь... Я-то думал, здесь БТРы. Еще и зенитка есть у них. Ну, вообще шикарно. А вот эту БМПху как я буду долбить? Интересно. Чисто теоретически, допустим, уничтожу я все вот эти Уралы. А что делать с с БТРом? Все, ребята обиделись, сказали, нет моста, мы не поедем. Короче, надо лететь сюда, сначала бомбить мост. Ну, вот это точно крайний раз. 2,5 часа. Так, или оставить все вот это. Давайте-ка мы оставим все это ГГ. Поработаем пулеметами сейчас по ну, по этим грузовичкам. По зениточкам. А бомбы тогда и ракеты оставим на тот конвой. Может, БТР удастся хотя бы бомбы там поразить или ракетой. Потому что на пулемет-то его точно не возьмут. Так, а я уже взвел. Да, обе взвел. Реально сейчас прям передернулся весь. Так, мальчишки вроде бы да-да-да-да-да переключились. Держись. Держись, Кент. Нет, не переключились. Ебаный в рот, блядь. Блин, полететь туда сразу в мост, но вот вдруг он еще типа как триггер не активный. Contact target 10 o'clock, 43.
наверное, все-таки сначала лучше вырезать вот эти визи ниточки. Так, друзья мои, кто-то подписался, мне почему-то не приходит, не видно кто. Но в любом случае, огромное спасибо. Все, правое крыло сейчас не будет работать точно, Ладно, все. Так почему мне показало, кто подписался-то? Чё за херня? Все, короче, сломалось, у меня ничего не работает. Ладно, было интересно. Следующий стрим тогда, может быть, завтра тогда мы начнем уже с... Похоже, ты устал. Похоже, да. Похоже, уже пора. Давайте я его вырублю, этого дядьку. Похоже, пора уже, да, отдохнуть. Завтра, если все сложится, то продолжим. Ну и остается только попрощаться. Спасибо всем большое, кто заскочил, кто был здесь со мной. Рад был всех видеть. До новых встреч. Будем надеяться, что пройдем всю эту какую-то миссию и посмотрим, что же там ждет нас далее. А по поводу Твича, да, кто еще не подписался, подписывайтесь, потому что, скорее всего, стрим будет проходить здесь же, ввиду того, что на Ютубе какая-то фигня творится с... Господи... С настройками очень тяжело запускать и так далее. Вот, Лео, спасибо тебе, да. Спасибо. Жду на следующих трансляциях. На сегодня прощаюсь. Всем пока-пока.